и гости, дети Азии. Приветствую вас в столице Кузбасса, в городе Кемерово, где состоится этот яркий и красивый праздник. Я надеюсь, что я очень хорошо выступлю на этих соревнованиях и всем желаю удачи. Здесь хорошая атмосфера, настроение, все заряжены хорошо выступить и показать себя на этих соревнованиях. Надеюсь, то, что вся сделана работа сделана не зря, вот, и то, что добьюсь хорошего результата на этих соревнованиях. Хорошо выступить, показать хорошие результаты и насладиться этими играми. Хочется медалей, конечно, но для этого надо очень хорошо бегать, показывать свой максимум. Надеемся, мы это сможем, мы готовы, будем защищать честь Республики Саха-Якутия. Нравится. Междуреченск был и будет горнолыжным курортом. И всегда соревнования здесь такого уровня проводили. We start with the project in Thailand. We training by physical preparation in May last year. Physical preparation and then we go first snow in Turkey. Очень красивая природа в России, и еще и очень нравится снег. It's very good experience that we can compete in the international level. Like this one also recognized by our government, and even the recognized by government is always good. And then we come and then we learn more. And then this time our athlete that train only for 3 months, good. Хорошо, что я попал сюда. Тренировался много для этого. Как проходит соревнование? Нормально. Хорошо. Более развернутый ответ может быть. Отлично. Ну, забег плохо пробежал. Сейчас попробую лучше. Сегодня бронзовый призер спринтерской гонки. Хотел посвятить свою победу своей сестре. И еще пожелать ей, поздравить ее с днем рождения и пожелать ей всего самого хорошего. Тяжело. Я не ожидал такого результата. Я думал, даже в тройку не попаду, максимум 5-6. А ты второй забегаешь. Ольга Иннокентьевна, ей большое спасибо, что она прям перед гонкой его вылечила. Я смогла успешно выступить. Спасибо всем, кто меня поддерживал. Я довольна своей гонкой.